Мне закинул сотрудник полиции на донат 100 тысяч рублей. И сейчас вот они мне звонят в скайпе. Пап, иди сюда, он ответил. Я сотрудник полиции, лейтенант Морозов Андрей Сергеевич. Задонатил в игру Майнкрафт 100 тысяч рублей на админ. Я хочу извиниться перед тобой за то, что вымогал у вас деньги. Меня перестали уважать в полиции. Они увидели видео в Ютубе. Реально? Мои участия, да. Я тоже хочу извиниться перед тобой. Ребят, если вы хотите так же, как и я, снимать антигрифишон на вашем канале YouTube, то вам всего лишь нужно стать владельцем сервера на нашем сервере Сержокрафт. Вы сможете иметь доступ ко всем регионам на сервере. Сможете сетать дома грифером, придумывать себе любой префикс, или же спрятать себе префикс, превращаться в любого моба, кикать грифера. А самое главное, вы сможете посадить грифера в тюрьму нашего сервера, также написать об этом в чат на весь сервер. Наблюдайте, как весь сервер пришел в тюрьму, чтобы посмотреть на этого грифера. И обязательно забаньте грифера. Все эти команды специально разработаны для того, чтобы вы смогли снимать антигрифишон на вашем канале YouTube. Поэтому становитесь владельцем сервера, снимайте ролики и становитесь популярными. На прилеге сейчас действует скидка 95%, поэтому не упусти возможность сэкономить. IP в описании ролика. Дорогие друзья, срочно, у меня вообще новость удивительная. Мне закинул сотрудник полиции на донат 100 тысяч рублей. И сейчас вот они мне звонят в скайпе. Вот они мне звонят, я прям прямое включение. Вот я сейчас нахожусь на сервере, прям это хочу показать. Я трубку пока не беру. Как мне сделать, чтобы он мне не мешал? Давайте его спрячем. Вот, вы видели, он мне звонит. Вот, я сейчас нахожусь на своем сервере, который вот люди, кто-то меня тут закрыли. Вот, я здесь сейчас нахожусь. Пожалуйста, прямой эфир. Я хочу вам сказать то, что помните полицейского, который угрожал мне, если не перечислю ему 100 тысяч рублей. Вот этот ролик, вот я прям пальцем показываю на него. Прям при вас, вот мой канал, чтобы вы верили, все. Вот этот сотрудник полиции, он угрожал мне, чтобы я перечислил ему на счет 100 тысяч рублей, или он заблокирует мой канал. Мне была закинута сумма сейчас. 100 тысяч рублей. Вот опять он звонит, сейчас я трубочку возьму. Он закинул 100 тысяч рублей, не знаю, кто закинул там. И сейчас они мне звонят. Я не знаю, почему так, но я сейчас все это запишу на видео, я сейчас на сервере. Кстати, ссылочка на этот видеоролик будет в описании. Вы посмотрите ролик, сами убедитесь, все. Сейчас я буду брать трубочку и записывать, зачем они мне звонят. Узнаем все у них, что это такое, но мне кажется, ролик будет интересный. Сейчас все узнаем, очень интересно, что там происходит у них. Очень. Так, ребята, сейчас. Вот мы сами в игре, трубочку берем. Алло. Алло. Алло, помнишь, мой папа из полиции, еще он тебе звонил, он тебе 100 тысяч рублей требовал. Конечно, помню, эта история до сих пор висит. Чего хотите от меня? Ну, он хотел извиниться перед тобой. Извиниться? Извиниться, да. Сам, лично, он не угрожал же, серьезно прям. У меня ролик есть, он на канале. Ну, он хотел извиниться. Пап, иди сюда, он ответил. Да, я ответил. Чего вам надо от меня опять? Алло. Да. Да, да, да. Я сотрудник полиции, лейтенант Морозов Андрей Сергеевич. Ну. Задонатил в игру Майнкрафт 100 тысяч рублей на админке. Зачем? Я знаю, вы задонатили вот мне на сервер 100 тысяч рублей. Зачем? Вы с меня их требовали. Вы зачем это сделали? Я хочу извиниться перед тобой. За что? За что? Надо же. За то, что вымогал у вас деньги. А с чего такие изменения вдруг? Ну, меня перестали уважать в полиции. Они увидели видео в Ютубе. Реально? Моим участием. Сотрудники полиции реально увидели ролик мой? Да. А как они узнали? Ну, посмотрели в Ютубе. Да ладно, у меня, то есть правоохранительные органы интересуются моими роликами, значит? Ну, да. А вас не уволят? Не знаю. Ну, перестали уважать, общаться со мной. Но, а вы зачем тогда мне кинули 100 тысяч рублей? Вы хотите, чтобы я... Хочу извиниться перед тобой и вернуть деньги. Да, он извиниться хочет. Но верну... Я вам не кидал просто 100 тысяч. Вы мне не вернули, вы мне их просто отдали. Ну, я вам их дарю, чтобы меня стали уважать обратно в полиции. Ну, я просто сейчас... То есть вы понимаете, что я сейчас ролик снимаю, да? Этот ролик появится на канале YouTube также, то есть... Ну вот они увидят и... А что вы хотите сказать моим подписчикам? Потому что вы тоже их оскорбили. Это важно. Ну я извиняюсь перед ними. Перед подписчиками, да? Перед всеми? Да. Вот. Перед всеми. Ребята, вот видите, все-таки
мой канал имеет смысл, когда люди исправляются. Вот сотрудник полиции исправился. Так, по поводу 100 тысяч рублей. Я у вас их не просил. Это большая... Это вам компенсация за моральный ущерб. Но это большая сумма денег, достаточно за компенсацию морального ущерба. Нормально. Но я как бы... Мне, честно говоря, хочется вам их вернуть, потому что это не мои деньги. Не надо вообще. А где у вас? Где сын у вас сейчас там? Здесь, вот, знаете. Он... Алло. Привет. Здорово. Ты понимаешь, что ты тоже неправильно себя вел? Вы все себя неправильно вели. Да, я тоже хочу извиниться перед тобой. Точно? Ты искренне это делаешь? Да. Так, ну давай трубочку обратно. На. Алло. Здравствуйте. Слушайте, ну, честно говоря, после того, что вы мне наговорили и угрожали мне, мне, конечно, мне очень было неприятно, я был зол на вас и обижен. Ну, это понятно. Потому что то, что вы говорили, это вообще, это полный был беспредел. То, что вы сейчас, конечно, закинули 100 тысяч рублей и публично извиняетесь, это аргумент, чтобы вас простить на самом-то деле. Угу. Я думаю, что делать. Я мне буду спрашивать мнение у подписчиков. Сейчас, ребята, пишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу, возвращать ли ему деньги. Наверное, не возвращать все-таки. Все-таки достаточно. Плюс я еще штраф суду заплатил. Я вам не заплатил, но я заплатил. Вот, я суду штраф заплатил, да, 100 тысяч рублей. Может быть, поэтому пока мой канал не блокируют. Просто вся эта история, она как бы, она должна закончиться. Я хочу ее на этом закончить. Я не знал, что вы сегодня, вот сейчас вот недавно вы, да, перевели? Да. Я не знаю, я просто захожу, я смотрю, мне поступление новое, там 100 тысяч рублей, и куплено много админок. Владельцев сервера, так называемых, вы купили, да? Вот он за 499 рублей, да. И там у вас разные ники еще идут. Угу. Вот, да. Вам сын помогал покупать, или вы так сами? Ну, конечно. Ну да, там собрались, что надо. И просто куплено очень много владельцев сервера, я испугался сначала, что это такое, а потом начали вы мне звонить в скайпе. Я понял, да. О, я буду думать. Слушайте, ну, честно говоря, я вас простил. Ой, спасибо большое. Я не буду дальше ничего делать, конечно, я бы и так ничего не делал. Но ролик я выложу. Вам 100 тысяч точно не жалко? Нет, не жалко. Потому что зарплату полицейских я бы не сказал, что огромные. Ну, ничего страшного. Так, ну все. Вы точно претензий ко мне больше никаких не имеете? Нет, все. Все, отлично. Ну, надеюсь, вас будут теперь как-то, что ли, обратно уважать, потому что я ролик выложу, посмотрят. И я говорю сотрудникам полиции, что действительно деньги поступили на мой счет. То есть это хорошо, все. Хорошо. Все, приятно было все-таки услышать такие новости от вас. До свидания. До свидания, и там... Гриферу тоже там пока скажите сыну вашему. Хорошо. Все. Все, давай, пока. Давайте, пока, пока. Так. Вот, так. Слушай, дорогие друзья, ну я в шоке. Мне сейчас важно ваше мнение. Смотрите, мне доставили очень много проблем. Мне доставили очень большие неприятности поначалу. Я сколько испытал нервов, сколько потратил сил и... Я все-таки не просто сил потратил, я еще и заплатил суду штраф 100 тысяч рублей. Если вы помните, вообще все ссылочки будут в описании, можете посмотреть эту историю. Я все-таки ее не завершил, а она была. Моему каналу грозила угроза баном. Я как-то все это типа перестал об этом говорить, и люди подумали, что я забыл про эту историю. Я не забыл про эту историю, все, кто это смотрит, все, кто на это подписались. Вот это продолжение. И полицейский кинул мне 100 тысяч рублей. Я возвращать, наверное, не буду, потому что все-таки я суду заплатил 100 тысяч рублей. Да и с другой стороны, я должен платить за учебу, за питание, за коммунальные платежи, за нашу жизнь вообще. То есть деньги, конечно же, нужны. Это раньше я бы в 10 лет потратил все на какую-нибудь безделушку, да. Сейчас трудно, деньги важны, дорогие друзья. Поэтому
наверное, можно поставить всей этой ситуации лайк. Я рад, что она закончилась. Но то, что сотрудник полиции задонатил 100 тысяч рублей в Майнкрафт, это очень удивительно. Это такой нонсенс вообще. Я такого еще не видел. Поэтому, дорогие друзья, всем спасибо за внимание. Заходите на сервер. Видите, как все удачно обернулось. Все очень здорово. Даже сотрудник полиции задонатил 100 тысяч рублей. Задонатил владельца сервера. Теперь у его сына здесь, в принципе, вообще куча привилегий, но он не будет гриферить, иначе он уже боится, я думаю, делать. Поэтому, если вы хотите все-таки снимать антигрифи-шоу, так же, как и я, вот так вот летать, искать гриферов, то, пожалуйста, владельцем сервера становитесь. Вот, я от имени сервера сейчас написал, потому что сейчас будет раздача админок, все на спаван, и все, соответственно, сейчас будут появляться вот здесь. Вот куча игроков сюда сразу будет приходить. У меня интернет что-то лагает немного на сервере, так, потому что если ввести, например, команду ВЦ, то мы видим, хороший ТПС показывает. Здесь лагов не должно быть, у меня что-то с интернетом. Поэтому все заходите на сервер, API в описании ролика, получайте админки, становитесь владельцем сервера, снимайте. И я думаю, я рад, что мой канал, он все-таки играет какую-то роль, и полицейский... исправился с грифером. Все, спасибо всем за внимание. Удивительный ролик, 100 тысяч рублей. Всем спасибо, всем пока, друзья. До новых встреч. Дорогие друзья, обязательно я должен сказать об одной фишке нашего сервера, которую я уже упоминал, но все-таки скажу еще раз. Мы не старались, мы ее делали, мы долго сидели. Поэтому, если вы хотите получить какую-нибудь привилегию совершенно бесплатно, то обязательно заходите на наш сервер Сержукрафт, IP в описании ролика. Вот, посмотрите, у нас здесь красивый спаун, красивые голограммы, красивые люди, все красивое. Туннель, который можно упасть, но ты никогда не упадешь. Поэтому прописываем просто спокойненько с вами команду free. Смотрим на донат за время, пожалуйста. Мы можем получить VIP за 24 минуты, админки за 72 часа и основатель за 240 часов. Все вполне реально. И смотрите, я сам здесь отыграл уже 378 часов. Сам лично отыграл, поэтому могу любую привилегию здесь получить, пожалуйста, легко. И также можно получить донат за убийство. Например, совершив 20 убийств, мы получаем ключик от кейса. Этот ключик мы используем для того, чтобы выбить какую-нибудь привилегию. Например, VIP, премиум, креатив, админ или основатель сервера. Любую можно выбить, но не обязательно вы ее выиграете. Это лишь шанс победы. Поэтому заходите на сервер Сержикрафт, IP в описании ролика. Здесь очень много, я часто снимаю, общаюсь с подписчиками. Заходите. Главное то, что вы можете получить админку бесплатно. Всех жду, всем пока. Спасибо, обнимаю всех, друзья мои. Все заходите.